Я боюсь дать задний ход. Грач добрался и до меня. Теперь, когда весь интернет перебирает меня по косточкам, они не дадут мне выкарпаться. Они... Только до поста мне рукоположить тебя надо. Владыка говорил, что у нас с женой один крест на двоих. Кандидатка есть? Нет. Успеешь к этому времени жениться? Молодец. Но не успеешь. Придется тебе крест одному тащить. Так до поста же 2 недели. Так вот и поторопись. Как мы думали, динамика не мочит. Кирилл Степанович, но есть хоть что-нибудь, что ему поможет? Поможет только чудо. Наташа-то? Забудь. И что, теперь вот прям до свадьбы даже ни целоваться нельзя? Нет. Нет. Максим, а кто твои родители? Да и вообще, я, честно говоря, ненавижу попов. Это Максим. Мне еще рассаду в теплице усаживать надо. Операция будет долгой, не менее 6 часов. И что же нам делать? Сядьте сюда и включите с него подвеску. Это история вечна, и так будет во все времена. Наши пути быстротечно пролетают сквозь дни и года. Если услышишь, спасайся, кто может, в час, когда рушится все вокруг. Помни внутри, вера, смотри вперед и не опускай рук. Ой, Валя, если он выживет, я в Бога поверю. Мама, конечно, выживет, мамочка. Мама, все будет хорошо, вот увидишь. Он ведь пособоровался, причастился. И все мои друзья за деду молятся, вся молодежка. Я рассылку сделала ребятам. Вот увидишь, ради тебя Господь явит чудо. Чтоб ты не плакала, чтоб ты, наконец, поверила, мам. Мамочка, Господь не оставит нас. Господи, если ты есть, помоги ему. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сильных и странных предстательница, скорбящих радость, обидимых покровительница, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози меня ко немощному, окорми меня ко странно, обиду мою весь. Яко неимом и ныне я помощи, разве тебе иные предстательницы, и благие утешительницы, докма тебе, Богоматерь, яко сохранишь имя и покрыши во веки веков. Друзья мои, очень рад, что вы здесь. В общем, раньше тоже похлопал, хотя сейчас при нашем епархии создали организацию православной молодежи. Вот здесь информация о нас. Вы можете... Ну-ка. Что значит IDDQD? Это из дома. Код бессмертия. Я тоже знаю код бессмертия. Представляете? Да? Какой же? Давай правую руку. Христос воскресе. Молодец. Это у тебя теперь татушка новая. Ладно, давай. Все, давайте, ребят, я очень рад вам. Приходите, ознакомьтесь, там все номера есть. Договорились? Да. Молодцы. Дай-ка мне тоже почитать. Да, пожалуйста. Как встать на путь истины? Я креститься хочу.
Правда, что если креститься, то это смывает все грехи? Правда. А может, крещение смывает и долги? А? У меня нет такой суммы. До среды не вернешь. Тебе хана. Замерзла? Знаешь, что нужно делать, чтобы согреться? Что? Петь! Я мечтаю когда-то проснуться однажды не от шума дождя. Ты фальшивишь! Простите, госпожа певчая. Побежали. Я мечтаю когда-то проснуться однажды не от шума дождя, а от острой жажды знать, что я тебя увижу опять. Я не буду пытаться вставать с кровати, мне мысли одной уже больше, чем хватит. Образ твой не хочу потерять, и чтоб не уснуть, буду я повторять. Раз, будь со мною, прошу всегда. Два, остальное все ерунда. Три, как нам хорошо, посмотри. Мне никогда, видно, не понять, где я смогу тебя отыскать. Буду молиться, чтоб видеть почаще сны, где со мною рядом ты. Мой дом. Заходи, я тебя чаем напою, а то простынешь. Я забыла, мне завтра на раннюю. Вот теперь ты фальшивишь. Пойдем, там никого нет. Не разрешал читать. Приходилось обложку из-под алгебры на книжку надевать, и тогда можно было не прятаться. А если бы узнал? Он бы убил. Тебя или Гарри Поттера? Обоих. Но потом папа его полюбил и даже в храме начал цитировать. Боишься обжечься? На каком глазу ресничка? На левом. На правом? Знаешь, как я определяю, где право, а где лево? Какая рука тянется креститься, там, значит, и право. Моя мама говорит, что первые мои слова были «Отче наш». А креститься я раньше, чем разговаривать начала. Наташа, тебе пора домой. Я такси закажу. Напишешь, когда едешь. Тебе не все равно?
Нет, мне не все равно. В этом и проблема. Максим, какая проблема? Такая ответственность не сочетается с моей работой. А безответственность не сочетается с тобой. Получается, проблема в карьере, да? В тебе. Постоянно все усложняете. Жизнь в семье священнослужителя очень тяжела. Дом священника стеклянный. Брак не становится автоматически счастливым от того, что оба супруга верующие. Но если один из супругов неверующий, это большая беда. Так что сохрани вас Господь в мире и любви. Ну и целуйтесь уже. Нормально целуйтесь. Алло, Максим? Алло? Охват видел? Да, видел. Спасибо. Стараешься, молодец. Ну, работа у меня такая. Твой пост про попа взорвал интернет. Я вам перезвоню. Молодой человек, а вы здесь чем занимаетесь? Ты что, про тебя не читаешь? Читаю? Да прекрати ты, ну! Тогда ты знаешь, что это машина отца, Николая. Ты же человек грач по полной захейтил. Да на тебе-то откуда знать, что грачам говорит, что делать? Чё? Стирай. Да пошел ты! Стирай, говорю, пока я полицию не вызвал. Если тебе надо, то ты и стирай.
Максим, извини, пожалуйста. Привет. Вот видишь Артемий? Ну? Мы думали, что это он. Что? Грач. Ну, по времени все сходится. Ну и что я ему? А я ей скажу. Ну, пусть он удалит или напишет пост опровержения. Ну так оно уже в сети. Если мы сейчас опровержение начнем писать, оно только подогреет интерес. Ну, Максим, у моей мамы больное сердце. Я очень за нее переживаю. Во-первых, я думаю, что это не он. Во-вторых, все наладится. Ну, Максим, ну а кто, если не он? Он весь день на телефоне сидит. Не он. Все, давай, я пошел. А ты не останешься? Не, у меня съемка рекламная. Веселитесь без меня. Ты же знаешь, не подобает священнику кружиться в танце. Почему мы всегда все так усложняем? Мы будем самые счастливые. Всегда. Где бы мы ни были. Хоть на краю света. Хоть на краю света. Я ж тебя отправляю не на край света, а всего лишь в старую Панкратовку. Куда? В старую Панкратовку. Так там же отец Виктор уже лет 20 как. Отцу Виктору мы в городе применения найдем, а в деревне молодые нужны. Какой стороной лук сажать, знаешь? Догадываюсь. Вот и молодец. Расчет за сороковуз получишь в бухгалтерии. Поле, 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 ой, поле, поле,
поле моей воли, ой, поле, 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 поле воли, ой, поле, поле, поле моей 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 воли. Поле моей воли, ой, поле, поле.